Вы опубликовали объявление в интернете о продаже товара. Вам звонит покупатель и говорит, что хочет приобрести товар через службу доставки, после этого скидывает вам ссылку, открыв которую необходимо оставить реквизиты карты. Внимание, это интернет-мошенники. Как правило, во всех таких случаях, злоумышленник отправляет вам фишинговую ссылку, где вы оставляете реквизиты своей карты, после чего преступник легко получит доступ к вашему счету и завладеет денежными средствами. Запомните, при покупке или продаже товара не проходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте на них личную информацию. Пользуйтесь проверенными интернет-магазинами. Требуйте видеообзор товара у продавца. Злоумышленник будет настойчив, но пока вы не сообщите свои личные данные, он не сможет лишить вас денежных средств.